Здравствуйте, друзья, подписчики, гости и неравнодушные к нашему творчеству, к авторским стихам и песням нашего канала. Доброго всем здоровечка! А сейчас вам буду предоставлять возможность, чтобы вы послушали очередные мои стихи. Итак, внимание. Ну вот я сейчас вам прочитаю стих такой, подобающий уже весеннему такому зову. Вот. Называется стих «Утренний полет гусей». Скребется мышь под половицей, в печке дрова тихо трещат, а над деревней вереницы гуси летящие кричат. Их крик порой замысловат, летят в просторной синеве, довольные теплу предвзято, что радостны они вдвойне. Крылами действуя проворно, гусей нелегок может путь, но их полет весьма упорен. Гусей с дороги не свернуть. На восходящем солнце фоне красивый под зарю полет, полет гусей в блаженном тоне, искры в копель бойко поет, где их пристанище родное, к своим местам они летят. Не нужно места им другого, другого гуси не хотят. Гусей исчезла вереница, полет скрывая горизонт, умолкла мышь под половицей, в печурке гаснет огонек. Спасибо вам за внимание, друзья мои, подписчики, гости и неравнодушные к авторским стихам и песням нашего канала. Спасибо вам всем огромное за внимание. С вами был Алексей, доктор Леший. Всего хорошего. Пока-пока. Пока.